Всем привет, зрители, подписчики канала Рик Антона. Итак, испытания продолжаются. И у нас сегодня видео испытания оборотней и испытания ТОД с НДМ сообщества. Я честно не знаю, почему эти испытания пытаются пихать. Ничего нового FIFA нам не дала. Фут 11, день рождения продолжается. Ну, FIFA просто делает все, что хочет. Итак, ребят, в ближайших, в следующем видео будет обязательно рейтинг 88, 5 игроков. Будет интересно посмотреть, кто мне выпадет. Ну а пока поехали. Испытание. Испытание, соответственно, оборотня. Да, довольно здесь такие интересные из бычех и пошли, ребят. Часть из них очень легких, часть из них довольно посложнее. Ну, у меня уже нет практически никаких игроков, редких тоже мало. Вот даже на оборотне нужен рейтинг 79, 8 редких, да. С одной стороны максимум 6, вы здесь видите, что у меня тут чемпионат Англии, чемпионат Испании. И давайте посмотрим, кто выпадет. Мега-набор, набор из двух редких золотых игроков. Ждем, конечно, демо-версию FIFA 21, ребят, если есть у кого-то информация, пишите, а тем временем, по-моему, это информ. Ой, ну нагрелся, конечно, очень слабо. Да, это слабый информ, 77. И, кстати, вам подскажу, что в этом наборе у меня было два информа сразу. По-моему, второй информ был рейтинга 75, по-моему, как-то так. Ну что, мега-набор томные, да, столбы, и поэтому здесь проходки никакой нет и быть не может. Ну что, двигаемся дальше. Испытание ТОДС. Хорошее название, но вряд ли здесь будет ТОДС. И также тоже сыгранность 85. Рейтинг опять 79. С одной стороны максимум 8. У меня тут французы, аргентинцы, различные игроки из чемпионата Франции. Потому что здесь привязки к лиге никакой нет. Этим самым СБЧ, в принципе, легко выполняется. Ну что, поехали. Испытание ТОДС. Тоже, да, последние вот эти уже наборы СБЧ, даются по два набора. Открываем, проходки нет, к сожалению. Редкостная шляпа. Следующее. И тоже, да, без проходочки, ребят. Планирую, не забывайте, что в августе-сентябре перед демо-версией FIFA 21 обязательно поиграю и фуд драфт, да, планирую поиграть, и планирую несколько ВЛ провести, ну хотя бы две. Ну что, поехали, фуд 11, редкие, один редкий игрок с рейтингом 84, не для продажи, ребят. Все СБЧ строится на бразильце из МЛС, общий рейтинг опять же 80, да, еще когда нет игрока, мы понимаем, что значит здесь одними 80-ками не обойдешься, приходилось и отдать игроков 83-го уровня рейтинга, да, соответственно. Еще и информа, но это уже не важно, так FIFA заканчивается. Ну что, поехали, может быть, кого-нибудь словим. Да, покупных игроков, как видите, всего лишь один, потому что для сыгранности мне никак его не хватало, даже с учетом того, что все игроки практически всегда у меня из наборов. Ну что, не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, нажать колокольчик, поделиться плейлистом малыша футболиста и смотрим, что здесь. Редкий. Здесь точно будет проходка. Давайте посмотрим, что здесь. Ждем FIFA 21. Всем пока.